Первая школьная линейка, первый учитель и первый в жизни классный час. 12 313 юных самарцев в этом году стали первоклассниками. 100 из них пошли в школу номер 163. С началом нового учебного года ребят поздравила глава Самары Елена Лапушкина. Без сомнения, этот день волнителен абсолютно для всех. Для первоклашек, которые сегодня впервые присутствуют на школьной линейке, которые сегодня впервые услышат школьный звонок, сядут впервые за парту и познакомятся с первым учителем. Ребята, я вам от всей души желаю, чтобы этот день запомнился вам навсегда. Я хочу поблагодарить всех учителей за их профессиональную мудрость, за их преданность делу и пожелать им, конечно, и в дальнейшем творческих успехов и талантливых учеников. В этот день для первоклассников и будущих выпускников прозвучали добрые напутственные слова, стихи и песни. Все от нас с тобой зависит, вместе мы сильны. Время пришло, огонь страны, это я и ты. Главным событием в этот день стал первый звонок. После торжественной линейки школьники разошлись по классам. Для них провели первые уроки – классные часы. Эти уроки, во-первых, посвящены ценности знаний, они посвящены уроку знаний. Во-вторых, они посвящены безопасности. Это обязательно напомнить ребятам о том, как важна безопасность и как важно безопасное поведение и в школе, и в быту. И в-третьих, конечно, год семьи у нас, 2024 год, президентом объявлен годом семьи, и о ценности семьи, семейных ценностях мы будем говорить на уроках с каждым школьником сегодня. В 163-й школе обучаются 980 человек. Здесь функционирует отряд «Юнармеец», отряд юных инспекторов «Дорожные спасатели». Также образовательное учреждение является флагманской школой программы «Орлята России» в Самарской области. Программа реализуется в начальных классах, перед тем, как дети вступают в ряды движения первых. У «Орлят» проходит 7 треков в течение года. Трек «Лидер», «Волонтер», «Эрудит», «Прививает любовь» к себе, к родине, к семье, чтобы дети дружили, чтобы дети помогали друг другу. Замечательная программа. В этом году у нас дети закончили начальную школу, у которых 4 года прошла эта программа. В Самаре сегодня открыли свои двери 152 муниципальные школы. Их учениками стали 129 078 ребят. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.